Бесит аж, ну сюда иди, твою мать, такой урод, грёбаный, тварь такая, не даешь мне спокойно поиграть, урод. Спи. Всем привет, друзья. Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и у нас по-прежнему Far Cry Primal. Я тут немножко пробежал, отсюда примерно, вот отсюда... Захватил тут пару мест, чтобы было поближе. И вот сейчас у нас охота на ледоволка. Это, по-моему, как в Игре престолов. Ледоволки там были вроде бы. По-моему, да. Так, вот охота на ледоволка. Потом, наверное, вот это задание. Тут я так вот здесь поверну и так пройду. Будет все удобненько. Так что начнем с вот этого. Погнали. Ну-ка, тут какой-то охотник должен был быть. Да что такое? Так. Нет, поджигать дубину не нужно. Исследовать. Ну-ка, давай-ка. Исследуем. Волку. О, что, крутые волки? Сначала нужно убить стаю, понятно. Ну, так, погнали. Чё было? Не понял. Чё за косяки? Эй! Блин, они тут так смешно умирают, это что-то. Ладно, откинулся. Идите по следам, чтобы найти трех вожаков ледоволков. Чё, пришел? Так, наверное, пойду сюда. Да. Вот их следы. Блин, три волка. Я думал, будет один большой крутой волк. Так, еще и охотники. Нет, это не охотники. Это обычные люди. Так. Куда пошел? Ты чё? Не очкуй. Так, готов. А откуда пожар? Ладно, тут, наверное, кто-то где-то со спичками балуется. Ого, медведя завалили. Ледоволк. Один ледоволк. Надеюсь, что один. Надеюсь, что он будет крутой один. А то три как-то... А хотя три, если три волка со мной будут бегать, это будет вообще круто. Да, я за троих. Так, тут какие-то котята. Так, куда следы делись? Так, вот сюда. А, вот. Еще одна жертва. Ой, я с тобой потом разберусь. Падла, твою мать. Че по воде бегаешь, дурак что ли? Тут все какие-то агрессивные. Бесят аж. Ну сюда иди, твою мать. Такой урод гребаный. Тварь такая, не даешь мне спокойно поиграть, урод. Спи. Фух. Выпустил пар. Так, это что такое? Следы отсюда... О, крокодил. Следы отсюда ведут куда? Отсюда к жертве, дальше. Дальше я не вижу. Ну тут обычные эти, по-моему. Обычное задание. Не думаю, что это связано с волком. Ну, сейчас проверим. Так. Тут, ну да, обычное задание. Спасти дурачка моего. Так. Все, ну, готов, спас. Потом отблагодаришь меня.
Так, идите по следам, чтобы найти вожаков ледоволков. Ледоволков, или, не знаю, ледоволков. Так, там следы обрываются. Так, это плохие ребята. Спите, девочки. Так, что-то не пойму. Так, там еще какой-то... Эти песики здесь. Так, следы, следы, вот они. Что надо, блин? Так, наверное, подняться туда, может. Попробуем. Хотя... Или в пещеру. Ну как бы они попали в пещеру? Тут только тайник. Шкура редкого, блин. Какого-то оленя, короче. Так, где следы? Где вы, волчары позорные? Так, нет. Не то, не то. Куда они делись, не пойму. Так, вот тут жертва. Может, куда-то сюда пошли? А, вот. Блин, запутали меня, твари. Ну там еще есть следы какие-то. Может, моего зверька позвать? Давай-ка волк на волк. Хотя, не до... А, он же еще недоступен. Все, тигр пойдет. Это Левушка, Лев. Лев Николаевич Толстой. Так. Фу, рыбы ковырялись. Чей-то фан привлек, говорит. Так. Вот мне не нравится, что тут нужно бегать, искать. Вот есть следы и есть. Надо идти по ним. Так, сюда. Так, видимо, в деревню пошел. Костер. Так. Костер разожгу. На всякий случай, пускай будет. Так, может подняться? Хотя сомневаюсь, что у волков есть своя веревка, чтобы подняться по скалам. Ну, кто знает. Следов я пока не вижу. А, вот есть. Так, бежим, 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 бежим. Лагерь Дигвей. Тут, наверное, какие-то люди есть. О, ловушка. Отлично, значит, мы уже на месте. Сразу. Исследовать область. Так, тут мои или чьи? А, солнцеходы. Это плохие ребята. Так. Ну, сомневаюсь, что для этого песика, для этого волчара нужны будут какие-то прям ловушки. Так, проверим следы. Вот они.
Что такое? А ты что здесь сидишь? Дурак, что ли? Так. Так, поставьте ловушки и найдите вожака стаи ледоволков. Так, вон там еще наверху. Так, это вряд ли был вожак. Так, я их слышу. Значит, наступает ночь, и они скоро придут. Это хорошо. Так, они там? Не понял. О! Волчара. Ой, блин. Он уже... Ой. Ты не стой тоже. Охраняй меня. Так. Вот он. Я бегу за тобой. Так. Нам нужна доза. Ага, попался. Я тебя вижу, все. А, да он слабак. Ему стрелы хватит. Ну, его еще поймать надо. Все, готов. Так. Что тебе надо? Че, убить его не можешь, что ли, слабак? Так. Еще двух ледоволков. А где следы-то? Вернуться туда, где следы расходятся. А где они? Блин, мне теперь нужно ждать до заката. И где тут вообще следы расходились? Есть место поспать? Так. Не та кнопка. Так. Это что? Текущая задача. Так, ну пойдем сюда. Вот сюда. Посмотрим, что да как. Это топиры. Ой, блин. Что тут за задание? У меня все не получается нормально сделать этот трюк. А куда бежишь? Да что такое? Ой, блин, тварь. Вот не получается у меня и все. Все. Блин, больше времени с ними потратил. Ну ладно, бежим, бежим, бежим. Тика, разберись с ними, твоя очередь. То зачем ты мне вообще нужен, если ты ничего не делаешь? Следы, 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 везде следы. Посмотрим. Ну, в любом... Да что вам надо-то от меня? Это кабан, что ли, на меня напал?
Ой, черт, как вы меня достали. Так, где следы? А, вот они. Так. Сюда. Так. Молитвенные камни. Ловушки. Новая жертва. Наташла Сушалан. Нам туда. Сакуирш. Бургипа. Походьтесь на вожака ледоволков. А, два остальных. Чё, блин, умный сам, что ли? Так, надеюсь, сейчас можно на него поохотиться? Да что такое? Сколько вас здесь? Так, ладно. Пойдем к вожаку. Надеюсь, он будет там. Чё, не понял? Я думал, в воде это плавает. Так. А, это вожак, что ли? Жри эту тварь. Блин. Уйди от меня, уйди, уйди, уйди. Так, лечимся. Иди-ка сюда, тварь такая. Чуть не убил меня. И то, по случайности. Достали вы тоже. Догоняй, не упускай его. Все, готов. Куда он делся? Так. Идите по следам, чтобы найти последнего вожака. Где последний вожак? Вот сюда нам. Ну ладно. Честно говоря, утомительно. Ой, блин, еще времени на вас тратить. Не хочу. Мне бы побыстрее закончить это задание. Оу, ничего себе тебя уничтожило. Оу, да у них тут распродажа цветов. 8 марта, что ли? Вроде нет. Так, а вот новый след. Да, он тут быть. И следы здесь заканчиваются. Блин, не прочитал, что он сказал. Так. А вот. Не туда. Ну, посмотрим. Что у меня там за волк-то будет? Надеюсь, смесь этих троих, хотя они очень слабенькие такие. Ну или втроем они будут бегать со мной. Это будет намного круче, чем один большой. Так, еще забраться. Эх. Все долго. Так, вот мы и добрались. Посмотрим. Что? А, что-то не то включал. Вот и жертва. Что-то не все они от одной стрелы умирают. Некоторые от двух, от трех даже. Так, ребятки. Что здесь вообще делаете? Так, там еще один был. Только где он? Черт с тобой.
Так, последний волчара. Вот. А двух стрел не умер. Следуйте область. Это ты? А, нет, вот он. Вот он, вот он, вот он. Не дай ему уйти. Не уйдешь, падла такая. Не дай уйти. Че, застрял что ли? Блин. Отвлекают, смотри как. Вы его от меня не спрячешь. Блин. Как их тут много. Черт. Ты что такой шустрый-то? Найди, парень. Так, лечимся, лечимся, лечимся. Ага. Иди от меня. Так, лечись давай. Вот и все. Ты что, в скале застрял? Блин, что-то только не происходит. О, а, я его приручаю. Нормально приручил. Че, серьезно, вот этот... Вот этот маленький волчара будет со мной? Дэм... Да на тебе. Так. Это, знаете ли, неинтересно как-то. Обычный волк. Ну да ладно. Посмотрим. У нас следующее здание, вот оно. Форт Огненного Крика. А есть еще задание в деревне. Посмотрим. Вот мы и прибыли. Так, тут какие-то задания есть. Сейчас посмотрим. Сначала обчистим наш сундучок. Может, тут что есть интересное. Вот. Гашиш. Ой, камыш. А, тростник. Южный клен. Южный камень. Пыль южного камня. Отлично. Саблезубый тигр. Нормально. Так. Можем? Можем! Наконец-то! Улучшаем пещерку Такара. Теперь тут можно кайфовать, дискотеки устраивать. А чё эта шкура прыгала, как будто я это для нее улучшил? Так, ну все, улучшили. Еще задание вот тут, вот тут. Деревня. И в деревне я могу кого-то тут хижина Вуги улучшить и хижина Да. Честно говоря, мне вот этот Да нравится больше, чем Вуги. Так что улучшу-ка я его пещерку. Ну такую... Какую-то сырую, блин, какую-то... Пещеру дали. Бедный. Да. Ну? Вот тут уже кто-то появился. Так, продолжение истории, да. Это отлично. Новое задание у нас есть, и вот тут есть. Давайте-ка начнем с вот этого. Я не знаю, честно говоря, что это за задание, но посмотрим. Что нам тут предлагают? Опять эта шкура сидит. Нинджа Бальшауга.
Ну, чам-чам-ша. Ты уходишь? Палхуман сити манаш такар. Она уходит, видимо. One mas. Сам сам. Мам шлаута мама в пади. Шитауга. Тауинжа даус. Аскауандар. Ну, шкура уходит. Сашвалим супима. Шуадар хашваса. Не уходи от нас. Так. Что такое? Так, ясно. Она ушла насовсем, да? Ну, задания никакого я не вижу. Значит, насовсем. Ну, что поделаешь-то? Ушла шкура, так ушла. Ничего страшного. Изготовление. Так, что я могу изготовить? Ремень для дубинок. Можно нести 6, так, можно нести 8 дубинок, это хорошо. Следующий уровень, 10 дубинок, вот это уже лучше. Так, редкий южный камень нужен один, и копье, редкий южный клен, и камень. Так, ясно. Ого, 7. Это не хочу. Отметка зверей. Улучшение регенерации. Так. Первобытное исцеление. Дополнительное здоровье. Вот это мне понадобится. Сова. Дальность отметки. Это не то, не хочу. Это что такое? Двойные бомбы. С пчелами. Двойная приманка. Приручение крупных хищников. Это неинтересно. О, это что? Убей обшарь. Оживление зверей. Так, вот. Двойное копье. Так. Два копья вместо одного. Отлично. Это то, что нужно. Так, посмотрим-ка. Ну, давай-ка задание, да, посмотрим. Это, наверное, его последнее задание, связанное с ним, вернее. Посмотрим, что он нам предлагает. Ну, сюда смотри. Алхумансим. Да, сушалхай. Суасар. Вана. Удан. Дагуач. Там Мальшасар. Ну, я могу сейчас стоять на огне, и мне ничего не будет. А, ну есть только чуть-чуть. На Мальшасар. Чарта, лайко. Ну хватит уже болтать, давай уже. Суасар. Гуан. Урус. Салвая. Так, задание добавлено. Сейчас посмотрим, что и как. Где? Вот сюда нам. Ну, вроде недалеко, так что... Сейчас... Быстренько пройдем. Вот мы и добрались. Сестры огня. А, не то. Так, сюда. Возьмем наш любимый лук. Ой, дубинки не хватает. Все, лук у нас. Пошли в горы. Так, эти места я недавно освободил. Блин, освободил. Говорю прям как про... Как говорят в Just Cause 3. Освободить. Захватить. Вот так будет правильно. Так. Ну, блин. Честно говоря, не близко. Переласкать зверя еще. Фу, что за извращение. О, а это наши.
Очень жаль. Давно я никого не убивал. Опять наши. И этот наш. Что такое? Эх ты. Мог бы хотя бы прикинуться врагом. Так, бежать еще немало. Надеюсь, не придется по горам тут шастать. Потому что он тупит и не поднимается. А, вот, есть подъем. Отлично. Лезем, лезем, лезем. Блин, было бы круто так полазить. Ну-ка. Кто из подписчиков хотел бы попасть на 100 тысяч... Ой, на 10 тысяч лет назад? Чтобы бегать как вот эти исторические люди, аборигены. Так, добытие трофеев. Поставь лайк, если бы хотел бы так, как они. Так, лучше нам понизу пойти. Вот тут уже, я думаю, начнутся скоро враги. И это не может не радовать. Так, я что-то взял. И что-то вот. Дубинку могу улучшить. Отлично. Урон 7, прочность 8, скорость 8. Можно нанести урон сразу нескольким врагам. Оглушает врагов при броске. Отлично. Так. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Так. Так, он меня что, не видит, что ли? Опа. Блин, он меня видит, что ли, или как? Блин, они меня видят. Черт. Ну все, теперь в открытую идем. О, вот этот нам и нужен. Гори, тварь. Тихо. Сейчас, подожди, я с вами разберусь. Винча, винча. Это гребаные скалы. Да что такое? Где ты? Вот, блин. Ну хорошо. Вы уже достали. Да сдохни ты уже, блин, тварь такая. Ну наконец-то. Ой, не туда попал. Так, вот все. Обыскать. Один есть. Вот тут второй, а где третий? Срочно нужен третий. Так, ты сдохнешь сегодня. А, вот и третий. Кто-то сдохнет от копья. Вот и все. Блин, как-то не очень отыграл этот
Сестры огня завершено. Вот и готово наше задание. Как-то не очень отыграл этот раунд, можно сказать. Ну ладно. Продолжим остальные задания в следующей серии, друзья. А сейчас подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч.